сайте Следственного управления Следственного комитета России по Тверской области была информация о том, что к пожилой женщине с высоким давлением была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая прибыла спустя 2 часа 55 минут. Территориальный орган Росздравнадзора провел по данному факту внеплановую документарную проверку в бюджетном учреждении здравоохранения Тверская станция скорой медицинской помощи. В ходе надзорных мероприятий факт долгого доезда бригады скорой медицинской помощи к пациентке подтвердился. Был выявлен еще ряд нарушений. Оказание скорой медицинской помощи в системе ОМС началось в 2013 году. Значит, с этого времени стал действовать и закон о защите прав потребителей. И медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь, стала исполнителем услуги. Согласно статье 27 закона о защите прав потребителей, исполнитель обязан осуществить оказание услуги в срок, установленный правилами оказания отдельных видов услуг. В качестве таких правил, по моему мнению, выступает территориальная программа госгарантии бесплатного оказания медицинской помощи на территории Тверской области на текущий год. В ней указано, что время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. Если будет установлено, что имела место угроза жизни пациентки, то сроки оказания услуг были однозначно нарушены. Следовательно, были нарушены права потребителя. В случае вызова скорой помощи кем-то из близких родственников пациентки, они тоже получат статус потребителя. Защита нарушенных прав потребителя осуществляется посредством денежной компенсации причиненного морального вреда. Чтобы не подвергаться гражданско-правовой ответственности посредством компенсации морального вреда, Тверская станция скорой медицинской помощи должна будет доказать, что нарушение сроков оказания услуги произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя. Какие выводы? Сроки ожидания оказания медицинской помощи, установленные территориальной программой госгарантии, это сроки, за несоблюдение которых может последовать ответственность по закону о защите прав потребителей.